Всем привет, друзья! И начинаем мы свой очередной обзор с Малой Митридатской лестницы, или еще ее называют Константиновская лестница. Это вот армянская церковь рядом и сама, собственно говоря, лестница. Она уже практически давно готова. Последним штрихом была вот установка вот этой таблички, в честь кого эта лестница названа и кто ее построил в 1866 году. Кстати, Константиновская лестница, улица Володя Дубинина, заканчивается вот именно Константиновской лестницей. Здесь уже, видите, перила и вот такие розетки, тут еще на них должны шары, по-моему, поставить, потому что, видите, штыри такие вот выглядывают, еще не до конца доделано. Ну, основные работы закончены, как видите, здесь и освещение уже архитектурное установлено, все коммуникации подведены. Ну и вот здесь все данные, кто строил, кто заказчик, телефоны, пароли, явки и прочая информация. Кому интересно, вот можете поставить на паузу и посмотреть. Вот так она выглядела до реставрации, лестница. И сейчас сравните. И, как говорится в рекламе, почувствуйте разницу. Вот она, улица Володи Дубинина. Улица Володи Дубинина, спрашивали у меня, есть ли в Керчи. Вот мы на ней стоим. Ну а мы еще немножко заглянем с вами, раз я уже тут в центре очутился, и с самого низа посмотрим первый, второй ярусы Большой Митридатской лестницы. Вот здесь уже, видите, где-то уже перила стоят, вот эти балясины. Где-то их только установили, но еще сверху сами перила не установили. Голова льва, ее уже давно установили. Вот такой маленький тут сюжетик. И мы перескакиваем с вами на улицу главную. Здесь у нас район станции Керчь Южная. Плавненько меня ветром сносит на улицу Объездную. Они идут параллельно. Впереди вышка телецентра, с левой стороны Верхний Солнечный. И вот по предположению нашему, вот оттуда должна быть построена дорога, видите, где машины ходят. Вернее, она уже там есть, часть дороги, идущая к городку строителей. Вот ее сейчас хорошо видно. Ну, а ее можно и задействовать, вот городок строителей с синими крышами. И вот сюда, вот налево поворот, видите, здесь грунтовка. В принципе, можно задействовать эту дорогу, сделать ее, и будет подъезд к пешеходному переходу номер 2. Который идет со станции Керчь Южная на верхнюю площадку. Ну, очень сильный ветер, коптер практически не летит. Я его туда, он обратно. Ну, вот, поэтому будем рассматривать все в подробностях, не спеша, не торопясь. Конечно, многие пишут, вернее, не многие писали, вот, а как с Аршинцева, представляете, на 9-й километр ехать. Хотя здесь вот если был бы заезд прям рядышком, все раз и по пешеходному переходу номер 2 спустился, и ты уже на станции. Неумолимо то время, когда последние работы здесь будут закончены, и вокзал Керчь Южная откроет, уберут звездочку в расписании. Ну, звездочка в расписании напротив станции — это говорит о том, что техническая остановка. Такая ссылочка там. Вот эту звездочку уберут, и здесь будет полноценная остановка, а в Багерово остановку отменят. Сейчас она, можно сказать, дублер города Керчи. Поезда немногочисленные пока. Поезда приходят, и первая остановка в Крыму — это станция Багерово. Неоднократно я снимал там, показывал, когда встречали мы поезда. Но вот этот съезд с платформы, пантус так называемый, видите, его разбирали, сейчас начинают делать. Вот этот кусочек здесь вот еще не благоустроен, потому что идут работы, техника стоит. Ну, вот что-то я тоже не вижу здесь особых шевелений пока. Может быть, тоже на майские праздники строители ушли. 1-2 мая, святое дело, пролетарии
всех стран соединяйтесь. Ну, а вот, в принципе, люди ходят. Ну, может быть, не знаю, начнут работать 3 числа. Сегодня, может, и начнут. Путеукладчик стоит здесь, уже, наверное, прирос к рельсам. Наблюдали мы, их было два. Один с Таманской стороны работал, другой с Керченской. Ну, вот... Один мы так с вами и не увидели, куда его угнали, укатили, может быть, на другие стройки страны. Вот он, пешеходный переход номер 2, о котором я только что говорил. Вот сюда неплохо бы подвести дорогу, хотя уже принципиальное решение принято, но, конечно, долговато, только в 2021 году начнут ее строить. Там есть-то 1500 метров всего лишь, по-моему. Такая небольшая, в двухполосном исполнении, по одной полосе в каждую сторону. Ну и то вот пока тендер, пока проект сделают, достаточно долгое время пройдет. А еще здесь вот эта напасть, как бы планы не перекроили. Ну, будем надеяться на лучшее. Посмотрели мы с вами на вокзал, и сейчас вот такие незначительные работы идут вот на линейном отделе полиции. Вот это здание трехэтажное большое, многие в шутку говорят, оно такое же, как и вокзал Керчь-Южная. Ну, чуть поменьше, но в каждой шутке есть доля шутки. Вот заборчик вокруг поставили, видите, здесь вот мы с вами наблюдали, как последний асфальт укладывали. Ну, вот вроде как закончили, конечно, вот кран стоит. Автокран. Ну, может быть, уже конец рабочего дня был, там укороченный день. Ну, пока вот вся техника на приколе. Посмотрите, вот эта большая площадка при вокзальной площади уже с разметками для личного автотранспорта. Одно время поговаривали, что и автовокзал где-то в этом районе должны сделать, но пока все затихло. Ну, конечно бы, вот здесь тоже автовокзальчик не помешало бы сделать, чтобы, допустим, едут с Симферополя, с Севастополя или там с Тамани, с других городов. Ну, через мост я имею в виду. Здесь вокзал сделали, пересадочка и по разным частям. А то через 9-й километр на центральный вокзал Керчи все автобусы заезжают. Довольно-таки большой круг, крюк делает. Ну, для керчан, конечно, это хорошо, а вот кто едет уже, допустим, с Москвы, это довольно-таки утомительно само по себе путешествие, но еще здесь. Ну вот, посмотрите, идет дымка с моря, вот такая, очень низко идет, и мы вот с вами сейчас в эти паровые облака и попадем. Ну а я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Еще раз вас всех поздравляю с праздником, с 1 мая, на носу 9 мая. Всего вам хорошего, будьте здоровы, соблюдайте дистанцию и до новых встреч в новых роликах.